Всем привет, это Осмий, я продолжаю паркурить на Ласткрафте. Давайте-ка пройдем карту Gold. Очень легкая карта, по мнению большинства. Давайте-ка нажимаю F5, вот так вот, и начинаю проходить этот паркурчик. Первый чекпоинтик у нас, шахта такая интересная, куча золота. Здесь уже блоками золото пошло. Вот так вот идем дальше, паркурим. Тут лесенка какая-то незаметная. Вот идем дальше. Главное тут не упасть. Вот так вот. А, я упал. Ладно, ребят, отмотаю и вернусь к этому же моменту. Я опять здесь, и давайте-ка допрыгнем до этого блока. У меня подлагало, видимо, и я упал. Так, идем дальше. Ай, я опять упал. Какой-то у меня интернет не такой. Давайте-ка падаем. И я прохожу все заново. Так, опять на этом же моменте. И давайте-ка пройдем уже. Без остановочек. И первый наш чекпоинтик. Так, мы проходим дальше. Вот так вот, по столбикам. Ну-ка, идем дальше. Вот так вот, мы уже там. Тут уже игроки меня догоняют. Один упал и появился на чекпоинте. И он уже тоже меня догнал. Он нам показывает, куда надо. И теперь нам вон туда вот. Один игрок уже прошел, мы тоже на чекпоинте. Так, мы идем дальше и дальше. Вот так вот, наверх. Наверх лезем. Главное не упасть здесь. Он упал и оказался здесь поблизости. Так, а я продолжаю идти дальше. Вот так вот, по столбикам. Без остановочек. И мы прошли этот паркур. Подождем его. И вместе пройдем эту карту. А вы, ребята, не забывайте про комментарии. Пишите, оценивайте видео. Он почему-то замер и не двигается. Так и не увидим, как он пройдет эту карту. Очень жалко, ребятки. Возможно, я ее тоже не пройду. Вон он уже, чекпоинт. И надо только нажать на него. Я нажал на чекпоинт. И, как вы видите... Я не могу ее пройти. Но мы уже прошли эту карту, так что подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока!